Уполномоченный по правам предпринимателей в Ненецком округе решил навести порядок в наружной рекламе. Эта тема, которая, как оказалось, для региона сейчас более чем актуальна, стала основной на очередном деловом завтраке. По мнению бизнес-омбудсмена, рынок в сфере наружной рекламы сейчас находится в подвешенном состоянии. Существуют различные ограничения и излишние барьеры. В большей степени это связано с отсутствием надлежащего регулирования на уровне муниципалитетов и с несоблюдением федерального законодательства. В частности, речь идет о сроках разрешения на размещение наружки. На сегодняшний день в городе и поселке Искателей нет ни одной легальной внешней рекламы. Для того, чтобы получить разрешение на следующий срок, необходимо соблюсти ряд требований. Но, как мы выяснили, эти требования во многом на сегодняшний день устарели и не соответствуют уже федеральному законодательству. То есть предложение первого шага – это предложение к органам местного самоуправления привести в соответствие свои документы, регулирующие наружную рекламу. После чего бизнес заявляется, оформляет необходимые документы, получает разрешение, и тогда он уже, имея предсказуемую ситуацию, может, условно говоря, инвестировать, вкладывать в развитие этих вещей. По итогам делового завтрака Валерий Чупров направит в различные органы власти, в том числе местного самоуправления, совместно выработанные рекомендации, суть которых будет сводиться к тому, что в регионе необходимо создать более комфортные условия для рекламного бизнеса.